Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылға бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені. Всем привет, дамы и господа, с вами Джинс. Здравствуйте, сегодня мы продолжим путь Анатоля Бранте. Мы увидели, как Аркн захуярил в дуэльном клубе чувака из дворянства. У него была последняя жизнь, но он все равно вышел на дуэль. Мне 17 лет. Лицо Томаса исполнено гордости. Ты зовешь его подняться с тобой, пока ты соберешь вещи. Пока вы идете по лестнице, Томас продолжает рассказывать свои новости. Представь, я попал в десятку лучших. И в учебных боях, и в науках себя показал. Тут и твоя заслуга. Ты мне еще в школе в Анизотте помогал. Буду штудировать военное дело, там это дворянство недалеко. А ты-то как решил? Знаешь, Бранте, я вот хочу сказать, ты идешь своей дорогой. Но ты мой друг. И чтобы дальше с нами не случилось, нам нужно скрепить нашу дружбу навсегда. Плюс кольца дружбы. Пиздец, чат, давайте сейчас все тоже, кто есть на этом стриме, наденем кольца дружбы. У меня нету. Но вы надевайте. Вы надевайте. Ну, я тоже надену. Вот. Оно типа настоящее. Вот, я надел. Все. Мы скрепили нашу дружбу навсегда. Теперь, если я завел, вы не имеете права смотреть других стримеров. Иначе кольцо дружбы пропадет с вашего пальца навсегда. Томас протягивает тебе ладонь, на которой лежат два простых колечка. Если вы вдруг наденете, это свяжет вас узами дружбы на всю оставшуюся жизнь. Оставить все как есть, закончить дружбу. Нет, дать клятву. Клятву на крови. Путь дворянина, судьба. Дружба с Томасом. Брат. Кент. Кентик, братишка. Дать клятву, очевидно. Ты берешь кольцо с ладони Томаса. Вы были вместе с отрочества, и даже теперь вы оба идете с соседними путями. Стремитесь заслужить дворянский титул. Ты на судейской службе, он на военной. Для вашей дружбы нет никаких преград. Ты клянешься Томасу, что навеки сохранишь ее. Теперь мы друзья навек. Это надо отпраздновать. Идем, я покажу тебе одно местечко. Медовуха там вкуснее в жизни не пил. Я угощаю, Бранте. Блин, нам 17. Медовуха-то с 18, хотя... В 1135 году со скольки лет можно было пить, интересно? Статус. Узы дружбы. Кайф. Сын, я горд тобой. Я верю, что тобой будет гордиться и твой дед. И сухая приписка от сестры в самом конце. Поздравляю. Почему? Ты до сих пор пригораешь из-за суда? Да так было лучше всем, блядь. Так было лучше всем. Ну реально. Так и знала, блядь. Только с женщинами у меня проблемы. С мужчинами все отлично вообще. Никто не обижается. Все с кайфом. Просто я прикрыл тебя, блядь, чтобы тебе хуже не было. Ну нет, блядь. С батей плюс 5. С матерью... со Стефаном плюс 3. С Глорией минус 1. Почему? 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 Я вообще не... Кто-то может мне объяснить? Не, я серьезно говорю. Почему минус 1? Из-за того, что я стал дворянином? Из-за этого... Успеваешь приступить к занятиям, как студентам сообщают невероятную новость. Корнелий Темпест, великий канцлер и младший брат императора, каждый год оказывает всем будущим дворянам мантии чести и устраивает бал-маскарад перед взглядами представителей великих аркнийских родов. О, там по-любому будет это самое, салфетничаться, блядь, вот это вот, которая платок уронила, нахуй. Я ей покажу, я достану ее платок прямо на маскараде. И такой, о, ха, твое, ебать, вот нахуй едет реально. Наступает день бала. Все утро ты проводишь в своей комнате, приводя себя в порядок. Че, блядь? Че? Что нужно делать целое утро? Помыться надо просто и все. Ну, там, и надеть костюм. Распорядитель бала на выходе велит всем отправиться к гербам своих провинций. Ты издалека видишь штандарт родной провинции Магра с белым древом, уходящим корнями глубоко в темно-серую почву, и гербом герцогского рода меланидов под ним. Меланиды! Я ненавижу меланидов. Вот этих змей. Шипящих, блядь. Имперского университета. Под штандартами выстроились курсанты военной академии. Среди них ты замечаешь своего приятеля Томаса. Приятеля? Мы надели кольца. Братишка, мы братья, нахуй. Медное кольцо братства. Медяки. У нас есть своя крепость, мы за медными кольцами. Завидя тебя, он расплывается в широкой улыбке. Ты встаешь у знамени рядом с другом. С Кентиком. Пожалуйста, если кто-то смотрит стрим, с Кентиком. Переделайте. Подняв голову, проходит высокий Аркн в тяжелом плаще. Это Дори Атон, бывший хозяин Софьи. О, чел, помню, как тебя магией хуярили. Аркн, хуяркн. С
Стараюсь, Гриш, стараюсь. Многие студенты... Блин, Гриш, если вдруг будет возможность, если мы увидимся когда-нибудь... Не-не, когда мы увидимся, купи медное кольцо. Обязательно. На мизинце наденем. Если ты был на стриме 5 минут назад, то ты понял, о чем я. Если нет, то... Отмотай. Роскошь их нарядов не уступает аркницам, а краски они выбрали еще ярче. Типа, чем ярче краски, тем ты круче. Пиздец, пойду куплю себе желтую футболку, блядь, чтобы вы охуели. Буду сидеть в ней. Группа из Иллирии самая большая. На их знамени желтый грифон на ярко-голубом фоне. Желтый и голубой. Ого. Ого. Иллирия, вот оно что. Иллирийцы... Нормальные ребята, видимо, кстати. Нормальные ребята эти иллирийцы, я думаю. Гермии и Константы. Когда я вот слышу слово «константа», я сразу вспоминаю вот Warcraft 3, там где-то чел этот. Три в целом плюс константа. Распорядитель выходит на середину бального зала и объявляет начало танцев. И все начинают, знаете, этот Fortnite Dance, ебать, там ногами дрыгают бухие, блядь, под медовухой. Хотя до этого было такое представление невероятное, знаете, крутое, типа. Первым танцем будет менуэт. Че это? А, это когда, типа, кланяются. Мне нужно загуглить, что такое менуэт. Можно сравнить с энциклопедией эпохи барокко. Конечно же, его великолепная осанка и плавные жесты вызывали восхищение высшего света. Но это несложно, мне кажется. Людовик утверждал, танцы – одно из самых пристойных и предпочтительных для нашего дворянства занятий. Вешность. Ну я понял, это короче, был... минуэт охуенно реально, ставлю лайк. Спасибо за видос большое. Короче, типа такой, величественный пиздатый танец. Первым танцем будет минуэт, вторым тектоник, ебать, третьим степ, четвертым хардбас. Ты не веришь своим глазам, когда незнакомка приближается к тебе. От ее пристального взгляда из-под маски и плавной походки перехватывает дыхание. Дама подходит к тебе и легко, будто вопросительно наклоняет голову. На тебя пронзительно смотрят черные глаза. Вспоминаю, умираю. Неожиданный шум падения заставляет весь зал вздрогнуться и замереть. Ты оборачиваешься, с пола поднимается Томас. Лицо твоего друга охвачено гневом. Перед ним возвышается Дори Атон. Он смотрит на Томаса с пренебрежением. Его рука лежит на навершии шпаги. Бля, он что, на Томаса быканул? Пиздец. Ну, сражаться с ним, конечно, это ГГ сразу. За дефа Томаса равно плюс одна смерть, я вам сразу говорю. И кто пустил такого неуклюжего простолюдина ко двору великого канцлера? Путается под ногами и мешает высокородным господам танцевать. Томас в ярости рвется к Атону. Тот самодовольно держится за шпагу, готовясь дать отпор взорвавшемуся курсанту. Если не вмешаться в их ссору, то судьбе твоего друга не позавидовать. Тем временем очаровательная аркнийская теряет интерес к происходящему и подходит ближе к тебе. Незнакомка ждет, что ты забудешь о чужом споре и пригласишь ее на танец. Очаровательная аркнийка или Томас? Конечно же Томас. Пригласить незнакомку на танец. Ты Томас справится сам? Не-не-не, разреши... И, блядь, я кольцо надел, блядь, кольцо! Разрешить ссору, конечно. Конечно. Ты успеваешь... Мопеды вот эти, блядь, реально. Ты успеваешь встать между Томасом и Атоном, Аркн презрительно щурится на тебя. Ты рассыпаешься в извинениях за друга, говоришь, что Томас никогда прежде не был на балу и не знаком со всеми тонкостями этикета. Твой друг впервые так близко видит Аркна. Он растерян и смущен, отсюда и досадная неловкость. Атон чуть усмехается. Верно говоришь, иногда я забываю, что вы люди немногим мне животных. Гордитесь тем, что вас пустили на этот прием. Будет что детишкам рассказать, но идите прочь, не мешайтесь под ногами. ЧСВшный максимально. Ну жди моей шпаги. Жди моей шпаги, Атон. А твое лицо, студент, мне откуда-то знакомо. А, ты родом из Анизоти, значит. Мне как это на улице, всех вас не упомнишь. Но ты сообразительно вести себя умеешь, хороший знак. Плюс отношения с этим типом, они мне нахуй не нужны вообще, чел. Я ему жопой на лицо сяду, блять, если будет такой вариант в диалоге. Краем глаз ты замечаешь аркнику в маске с зелеными перьями, она изящно вальсирует с Атоном. Блять, за 2 секунды улизнула к Атону. Пиздец. Вот не могла она подумать своей головой, что я задефал своего кентика. И потом прийти дальше со мной флексить. Зачем Атона? Скучно. На его месте сейчас могу быть ты. Да мне похуй. Мне поебать. Со мной мой кент Томас, понимаешь? Томас один. Кольцо одно. Женщин куча. Головой же думай, пожалуйста. Игра, блять. Ебать, мне 18! Вуу! Жесть, я на первом курсе. Сразу 50 человек обвинены в общественном преступлении, измена и заговор против короны. Обвиняемые выступали за ограничение власти дворян и за права простого сословия. Никто из них не призывал к восстанию, но слов оказалось достаточно.
Ну, права для простого сословия, окей, звучит логично, но ограничение власти дворян, о чем они думали вообще? Дворяны всем правят. Они главные, они боссы. Пойти против них равно самоубийству, и особенно аркнов. Суд открытый, пускают всех желающих. Это сделано на показ, чтобы запугать людей и отбить у них желание собраться в подобные кружки. Ты посещаешь одно из заседаний суда. Все обвиняемые отправляются на каторжные работы в шахты Магры и Элирии. Предводители кружков, шестеро мужчин и одна женщина приговорены к истинной смерти. Ты запоминаешь имя женщины, Анни Сирин. Она взяла слово перед казнью. Анни говорит, что счастлива умереть в борьбе за права народа, что ее дело не умрет, только теперь подобные ей расползутся по подвалам и затаятся, чтобы действовать иначе. Их дело правое. Опа, а власть-то уже минус один, ребята. Уже скоро начнется какая-то движуха, мне кажется. Наконец, в учебе намечается короткий перерыв. У тебя будет несколько свободных дней для отдыха и развлечений. Вы встречаетесь с Томасом, чтобы обсудить, как провести время. Помню, с 1 по 4 класс чернилами писали. Это где ты учился, Костян? Что вы чернилами писали? Ха, нихуя себе, ты шутишь или чё? Ебать, это где? В Одессе, блядь, люди чернилами пишут. Что? Но именно у меня в руках ручка такая была с чернилами. А-а-а, ты типа выебывался в 1-4 классе? Я представляю, как я прихожу в садик, ебать. Ручка с чернилами, понимаете? Вот она. А вы пишите своими шариками. Я прям вижу, как все в школе сидят, хуярят каракули. Костян с пером хуярит, макает в чернила, пишет. Сегодня вечером ты идешь со мной в гости к нашему наставнику, барону Эль-Круа. Никаких отговорок, пора и тебе что-то узнать о военном деле. Итак, молодые люди, я заявляю, что время, когда воинская честь империи безраздельно принадлежала аркнийским родам, ушло. Опа, пошел бунт. Но вообще захуярить, ну, типа, быть против аркнийцев, я не против. Мне кажется, это нормальная тема. Хотя я до этого говорил, что... Но просто те челы, они слишком открыто пошли. Нужно придумать план какой-то, как их свергнуть. Дворяне, люди уже давно не уступают аркнам в своих заслугах перед императором. А аркны тем временем продолжают жить, будто их происхождение важнее чести и службы трону. Посмотрите хотя бы на древний род меланидов. Ну нет, бро. Герцогов Марк. Когда-то их глава Чар Меланид восстал против власти Темпестов и веры в близнецов. Истощил собственные земли, обрек на гибель тысячи людей. Но меланиды и по сей день правят Магрой, как ни в чем не бывало. Ну по факту. Тут Эль-Круа лукаво усмехается. Сейчас, юноши, я проветрю ваше стратегическое мышление. А, проверю. Проветрю, ебать. Что-то душновато. Окно бы открыть, проветрить. Но сначала стоит подробно вспомнить о восстании Чара Меланида. Как ни странно, ему мы должны быть благодарны, ведь он первым приблизил к себе людей, сделал их дворянами. Неслыханная дерзость, но благодаря ней мятежный герцог получил невероятную поддержку в своей провинции. Он не побоялся рискнуть своей репутацией и титулом ради того, чтобы укрепить свою власть за счет людей. Итак, у Чара Меланида в руках была полная власть над землями Магры и верность людей провинции, которым он посулил дворянство. Также на его стороне были маги, которые бежали в Анизоте со всех концов империи, скрываясь от церкви. У герцога Магры были все шансы на победу, если бы не два момента. Во-первых, заклятие, исцелившее всю провинцию. А, испепелившее. Да, оно остановило имперские легионы, как в готике, купол наслали какой-то огненный. Настроило жителей Магры против Чара Меланида. Во-вторых, удар, который нанесли герцогу священники близнецов, потеряв возможность творить магию. Чар Меланид лишился своей главной силы, многие бежали, но, как вам известно, войска империи еще месяц осаждали дворец в Анизоте. Начиная изучать предложение, над одним барон Эль-Круа усмехается. С другим позволяет себе спорить. Но ведь речь идет об истории твоего родного города Анизоте. Как тут промолчать? Как бы поступил ты, если бы тебе доверили командование имперскими легионами? Пошел выбор. Твои знания о восстании в Магре позволяют выделить три основных стратегии. Чудеса близнецов, лишающие Меланида его основной силы магии. Бля, тупо минус магия, гайс. Ставка на дисциплину и доблесть армии, идущие на штурм. Длительная осада и подрывные действия, изнуряющие дух противников. Ну, осада, наверное. Ты взял бы город измором и военными хитростями. Ты рассчитывал бы на силу и доблесть имперских легионов. Ты положился бы на чудеса близнецов. Ты вызываешься ответить Эль-Круа. Нужно было изморять Анизоте и держать замок в осаде, пока сидящие внутри войск не будут вынуждены открыть ворота. Земли Магры уже были не способны прокормить войско. Чары Меланида, а запасы рано или поздно подошли бы к концу. Внимательно глаза Эль-Круа пристально изучают тебя. Бранте, отчасти я согласен с вами. В этом случае имперские войска потеряли бы меньше людей, и в замок Анизоте не был бы разрушен. Конечно. Я там мозг ебать. Разумеется. Однако вы не уловили другую мою мысль. Даже истощенные, несущие потери, взятые в осаду сторонники Меланида продолжают сражаться. Ну и что, так они будут слабее так намного.
Конечно, некоторые бежали, но те, кто защищал город и замок, даже после прорыва имперских войск, были верны своему господину до конца. Ну и чё, что ты предлагаешь, чел? Так, интересно, почему чел, который 4 раза подряд пишет «Толик, еболик, отдай мой косарь», все еще жив? Непонятно, непонятно. Ладно, я сделаю это за модераторов. Барон переводит взгляд с тебя на остальных собравшихся, но после твоей попытки никто не горит желанием спорить с военным... Ну, я так и не понял, что... Победа была одержана имперскими легионами. Типа он хотел, чтобы я ответил решительный штурм. Это бред. Можно ждать, если есть возможность взять имбо измором, надо брать измором. Можно взять измором, пока они ослабеют, и потом взять на штурм. Типа то, что он с этого пригорел, это, ну, глупо. Так, плюс доблесть, плюс тайные планы. Кстати, доблесть у меня уже почти максимум. Я уже скоро смогу прокачать доблесть до такого состояния, чтобы сделать какое-то, типа, решительное действие. Его сделаем сэра Анатолия в Варбанде. Да нехуй делать. Мне еще плевать, какой у меня ник будет в Варбанде. Пускай будет сэр Анатоль. Бранте. Захватит весь мир, изи. Стефан еще похож на деда, манерами, осанкой, голосом. Он даже одевается так же. Раньше он был со мной просто холоден, старался меньше со мной разговаривать. А теперь я не знаю, куда деться от его постоянных придирок и укоров. Он все время помыкает мной и обращается со мной как со служанкой. Ой, я чувствую, Глория наворотит, блять. Ближе к Лейту. Я уже чувствую в ней, как бы, с Софичем, Софией какие-то нотки похожие. Еще Натан рассказывает тебе о частых ссорах между Стефаном и Глорией. Стефан все время старается задеть Глорию, а она отвечает ему тем же. Стефан обзывает ее жалкой простолюдинкой и велит замолчать. Перебор от Стефана. Что нахуй? Не, ну сейчас вообще непонятно, за что? Вот этого я вообще не уловил, вот только что этого посыла, блядь. За что минус один? За что? Супер сильно непонятно, за что минус один? Глория плюс один? А, тоже минус один. Натан минус один. Окей, окей. Первое дело. К Туре ты попадаешь под начало пожилого судьи, горливого дворянина Манти. Он постоянно напоминает тебе, какая большая честь учиться у столь опытного чиновника. Старший судья отдает тебя на рассмотрение свои мелкие дела и с особым удовольствием свой вечерний пост. Двери кабинета распахиваются. Кто это? Жандарм заталкивает к тебе девицу с вызывающим платье с блестками. Ее золотистые волосы распущены, а губы и глаза ярко накрашены. Такие торгуют собой в домах терпимости. Понял. Вслед за девицей к кабинету семенит полный священник с ушительным носом и огромной бородавкой на щеке. Ты изо всех сил пытаешься не смотреть на эту бородавку. Жандарм накладывает. Он задержал девицу с неким господином в саду у храма близнецов. Они предавались страстям недалеко от святого места, и это никому не дозволено. Его перебивают над ужасом, как лягушка священник. Он кричит, что своими глазами видел колдовство. Соблазненная девица и господин светится, как лампа. Жандарм лишь разводит руками, сам он никакого сияния не видел. Девицу он задержал лишь из-за ее богохульного поведения. Господин, который был с ней, оказался благородным, и жандарм не посмел допрашивать его. Впрочем, имя господина у жандарма все-таки осталось. Священник надувается еще больше и с надрывом кричит: «Это была магия! Дело нужно срочно передать инквизиции!» Колдунья расхаживает по улицам славной столицы и проклятыми чарами обольщает мужчин. Ага, как скажешь, реально. Айлис. Господин судья, мое имя Айлис, я лишь подчинилась воле того благородного господина, он пожелал моей ласки прямо у храма, а я не посмела противиться, разве я не последовала своему уделу? Нихуя хитрая, кстати. Ха, что-то она слишком складно говорит, если честно. Может, она реально ведьма? Пока не закончится день, тебе нужно решить, как справиться с этим неожиданным делом. Закон требует от судьи тщательного выяснения всех обстоятельств дела. У тебя есть имя дворянина, предававшийся страсти с той девицей, и жандарм побоялся расспрашивать его, но ты, будучи дворянином, молодой судья. Разве ты не найдешь подход к аристократу, чтобы деликатно добыть нужные сведения? Изи. Господин судья, когда ты поднимаешь взгляд на необыкновенную Айлис, к тебе словно озаряет божественное сияние, подобное реке. Это чувство уносит тебя вверх, к сверкающей высоте. Это не просто красота или страсть, это нечто большее. Сопротивляться этому зову или пойти навстречу? Ну точно, точно не нужно допросить Айлис. Намного проще будет с дворянином, потому что реально у него какая-то магия. Так, отпустите Айлис. Этой девушке не место в колодках, ты найдешь законный путь освободить ее. С этой крутизанкой что-то нечисто, должен докопаться до истины, даже если это будет стоить ей жизни. Если я тоже попадусь под ее чары,
Ты находишь господина, который был с Алис, и деликатно расспрашиваешь его о случившемся. Дворянина я вижу самым логичным решением, потому что она сейчас заколдует меня, и пиздец. А дворянин, он как бы вроде как не особо разумный, и его будет легче расспросить. Ты велишь жандарму увести куртизанку в камеру. Перед уходом она бросает на тебя пронзительный взгляд, он полон разочарования и жалости. Ты составляешь вежливое и обстоятельное письмо Диего Эль Катуару, дворянину, который был замечен с девицей. Ты тонко даешь ему понять, что репутация Эль Катуара в безопасности. Ты даешь ему обещание, что его слова ни в коем случае не будут разглашены. На утро у кабинета тебя ждет нервный молодой господин. Он уточняет, ты ли судья Бранте. Ты чинно приветствуешь Эль Катуара, открываешь папку с делом куртизанки Алис и начинаешь задавать вопросы. Правда ли, что они оказались в саду у храма по желанию господина Эль Катуара? Эль Карат отвечает, что толком не запомнил вчерашний вечер. Он изрядно выпил и хотел приятно провести время. Куртизанку Алис... он заметил случайно, под уличным фонарем недалеко от храма. Она приглянулась к молодому дворянину, а вот почему они оказались в храмовом саду, он не помнит. Не чувствовал ли господин Эль Катуар, что его разум одурманен? Дворянин в ответ краснеет и тихо спрашивает. Видели ли вы ту девицу сами, господин Бранте? Неужели кто-то может пройти мимо нее? Ты спрашиваешь, было ли все же что-то подозрительное в той девице? Да, медленно произносит он, но как будто насквозь видела любое мое желание, его желание. И ему было невыразимо хорошо в ее объятиях. Как будто сами боги улыбались именно ему, господину Эль Катуару. Ну, магия, магия какая-то. Чувствую, чулька, что какое-то волшебство замешано здесь. Ты отправляешь куртизанку на двое суток к позорному столпу за оскорбление своим развратом святого места. Оснований для передачи Алис в руки инквизиции нет. Ну почему? Есть. Хотя нет, нет, доказательств-то нет никаких реально. Плюс дипломатия. На папке с делом куртизанки ты вводишь слово «закрыто» и убираешь его в архив. Ну, не совсем это я хотел, но в принципе... лучше бы... Ну, если бы я ее допросил, мне кажется, что все могло быть и хуже. Потому что если бы я к ней бы пошел, она бы меня там одурманила, и все, и пиздец. Я бы ее отпустил бы, и в итоге было бы еще более хуево. Событие произошло. А, и она могла умереть еще, если бы я, наверное... Какой вариант я бы выбрал бы, чтобы она умерла? Отпустить ее? Вряд ли бы она умерла бы из-за этого. Типа, если бы я с ней поговорил, она бы умерла. А, вторую смерть. То есть, типа, я бы понял бы, что она ведьма вторым вариантом. Ну, что сделано, то сделано, как говорится. Я почему-то подумал, что второй вариант, наоборот, она бы меня одурманила, и было бы еще хуже от этого. Пока ты был занят своими делами, в Этерне случилось два громких события. Первое. Императорским указом Корнелий Темпес был снят с должности великого канцлера и выслан в свою провинцию. На его место назначен Егерий Монрок. Герцог Монии, тот самый, что пытался силой закрыть университет. Лол, ой-ой-ой. Что-то надвигается, блядь. Минус Корнели, плюс Егерий. А этот супер тупой чел, который пытался универ закрыть, то есть супер ЧСВшный. На его месте назначен Герцог Монии. Так, тот самый, что пытался всегда. Самый могущественный феодал в империи наконец-то убедил императора, что его брат Корнелий дает слишком много свобод простолюдинам. Ой-ой-ой. Намечается суета. Ходят слухи, что новый великий канцлер готовится отменить право простого сословия заслужить дворянство мантии. Оу, щит. Но это он зря. Вторая новость. Гай Темпес, второй брат императора Утера II, назначен наместником твоей родной Магры. Ясное дело, на родине в Магре грядут большие перемены. Столица готовится к большому торжеству, совершеннолетию Джериана Темпеста, наследника трона. Император объявил 3 дня празднования гуляний. Жесть, кайф. 3 дня гуляем, чат. Завтра запрещено всем идти на работу, в школу, в универ. Колонны останавливаются перед балконом и выкрикивают свои девизы для императора. Вместе с другими студентами университета ты кричишь «Учение – сила! Учение – воля!» Император благосклонно поднимает руку. Жесть, он злой какой-то. Негативный император, если честно. Простолюдины, славьте своего императора. Будьте вечно благодарны за... и покорны ему за те блага, которые вы недостойны по рождению. Хуйню какую-то сморозил. Подзанученный волосы Монрок... О, я ее помню, это ж платочек. Монрок, не скрывая свое презрение к собравшемуся, отходит к другим сановникам. Там, под изумрудным полотном с черной змеей, стоит тонкая изящная фигура. Ты узнаешь дочь герцога Манры, Октавию Меланит. Я помню ее, да. Ну и дела. Ты тоже заметил Октавию? Наш герцог Меланит прислал вместо себя дочь. Какое непочтение к императорской семье. Неужели он так взбешен, что у него отняли должность наместника провинции? Но тут все затихают. Вперед выходит статный юный Аркн со смущенной улыбкой на тонком лице. По толпе летит шепот, это и есть наследный принц Джериан, воспитанник Корнелия. Да будут милостивы к вам близнецы, мои будущие подданные. Обещаю оплатить вам за верную службу империи и позаботиться о вашем благополучии. Долгие годы принцу Джериану, вы, студент университета, курсант военной академии, словом и делом доказываете, что империя может положиться на вас.
Сегодня большое торжество, и в честь принца Джерриана вы должны попросить у императора навеки закрепить законом право простых людей заслуживать дворянство мантии. Просите же! Колонны замерли. Студенты и курсанты переглядываются, не зная, следовать ли словам брата императора. «Вовсе нет», — сказал Гай Темпест. «Мы обращаемся к императору. Закон! Просим закон!» Так, на площади повисает смятение и ропот. Некоторые из будущих дворян оказываются повиноваться великому канцлеру, но тут, то там раздаются выкрики. «Закон! Просим закон!» Офицеры академии и преподаватели университета призывают к порядку и пытаются продолжить шествие. Под империей брат-император решил сказать, что вы всегда должны помнить, что обязаны роду Темпеста своим положением. Император понимает вашу благодарность и... А, вот это я скипнул, да. И отпускает вас со своим благословением. Идите же. Типа, я правильно понял, что он сейчас, типа, говорит, что все простолюдины должны ливнуть с площади, что ли? Тебе предстоит решить, какую сторону ты займешь. И могу выждать. Ты ждешь, как будут развиваться события, чтобы не оказаться на проигравшей стороне. Это звучит самым логичным для меня. Но, в принципе, я согласен с тем, что у нас есть право получать дворянство мантии. Если меня лишат этого права, то какой смысл тогда всего, что я делал? Шел на судью и так далее. Поэтому давайте требовать. Будь что будет. Ты подхватываешь возгласы тех, кто последовал призыву Гая Темпеста. Вы имеете полное право просить императора о новом законе. Твой голос крепнет, и вот к нему присоединяются остальные. Вокруг все громче поднимается «закон, закон». Отклик твоих товарищей воодушевляет. Ты движешься по площади, выкрикивая призывы. Рядом с тобой шагает Томас. Он яростно размахивает руками, призывая окружающих кричать вместе с ним. Закон, закон. Вместе с Томасом и другими вышедшими из повиновения студентами вы занимаете самый центр площади. Ваши возгласы громом несутся в сторону императорского дворца. Офицеры академии тщетно пытаются перекрывать вас, требуя построиться в колонны и продолжить шествие. Многие подчиняются и возвращаются в построение. Однако кипение страстей на площади продолжается, и ты в самом центре. Со стороны дворца на площадь выдвигается конный полк императорской гвардии. Всадники с клинками наготове медленно движутся к толпе, выдавливая ее с площади. Сейчас важно одно — устоять. Вместе с товарищами ты берешься за защиту ваших рубежей и раздаешь приказы. Ебать. Сейчас пизда нам от гвардии, мне кажется, почему-то. Вы встаете в построение, образуете прочную двойную цепь из людей, чтобы гвардия не смогла добраться до центра площади. Всадники, разогнав толпу перед собой, невольно останавливаются в вашей цепи, чтобы прорвать ваше построение. Они ждут прямого приказа к атаке. Лошади бьют копытами, клинки гвардейцев готовы обрушиться на ваши головы. Обе стороны, закованные в доспехи, всадники и безоружные студенты, замирают друг напротив друга. На балкон дворца вновь выходит император Утро II. За ним следует его брат Гай Темпест и наследник Джерриан. Жестом император требует тишины. Снова воздрев своего правителя, площадь стихает. «Я слышу вашу просьбу, подданный. Нет нужды повторять ее слова снова и снова. Предложение моего брата будет вынесено на большой императорский совет. А теперь следуйте своему уделу и выполняйте мою волю. Продолжайте шествие и славьте милосердие принца Джерриана». Ну все, изи. Изи получили дальше кайфовать право. После слова императора волнение на площади стихает, гвардия поворачивает коней обратно, противостояние окончено. Доблесть 18, почти 20. Тебя учат изящным манерам, этикету, стихосложению и даже фехтованию. Иногда вы с Томасом уходите в безлюдные места и упражняетесь во владении шпагой. И вот ты успешно сдаешь экзамен на должность судьи. Ты отправляешь табель с оценками отцу, а он в ответ присылает тебе назначение на работу в префектуру Магры. Дома тебя ждет новая жизнь и новое дело, служба судьей в родном городе. Утро. Великий храм близнецов. Ты замирающим сердцем переступаешь порог храма. Все снова как в тот день. Еще в детстве священники у алтаря, зал храма, поделенный на две половины. Но теперь ты не испуганный ребенок, ты мужчина, который вот-вот станет дворянином. Произносятся заветные слова. Отныне и впредь твой удел сила и воля, отныне и впредь ты будешь править, воевать и творить. Встань! Дворянин. Добился, ебать. Прохождение с нуля от простолюдина в дворянины. Здорово, чат. Ты губами касаешься гладкой стали клинка. Поднимаясь, ты уже не чувствуешь прежней дрожбы, которая преследовала тебя с твоего первого причастия в детстве. Ты касаешься своей спины, следов от плети с первого причастия больше нет, они исчезли навсегда. Ебать, нихуя себе. Даже так? Сразу после причастия ты спешишь в свою комнату в студенческой коллегии, нужно забрать отцовский подарок, шпагу. Теперь всех молодых дворян ждет сначала турнир университета, а затем бал. Будет турнир, ребят. Ставим 100 динаров на каждый круг. Ты еще никогда не видел столько прекрасных благородных дам. Но все взгляды прикованы к черноволосой и черноглазой Октавии Меланит. Сама дочь герцога Магры решила почтить ваш турнир визитом. На ней изумрудное платье, волосы убраны в строгую прическу. Рядом с ней несколько ее прелестных фрейлин.
Перед началом боев каждый дворянин объявляет, за честь какой дамы он намерен сражаться. Посадить бой отцу. Кайф. Перед началом боев каждый дворянин объявляет, за честь какой дамы он намерен сражаться. Посадить бой отцу. Так сражаться за Октавию. А, это обратиться к Октавии, это не сражаться. Но сражаться я за нее не буду, пошла она нахуй. Я помню, как она ЧСВшно максимально себя вела. Избрать фрейлину — это скучно, одну из фрейлин на трибунах, какую-то рандомную. Лучше посвящу бой бате. Почему бы и нет, в натуре. У меня с батей был урок фехтования. За батю! За моего отца! Выходя к трибуну, ты называешь себя и объявляешь, что будешь сражаться за имя своего отца, Роберта Бранте. Только благодаря урокам отца ты заслужил дворянство, и честь требует, чтобы этот бой был посвящен ему. Трибуны недоуменно смолкают. Ты не выбрал себе дамы, как остальные бойцы. Ну, блядь, я до конца... Ну, таков путь, ебать, что? Таков путь. Таков путь. Начинается твоя первая схватка. Здесь дерутся по правилам дуэльных поединков, до первой крови. Твой первый противник держится лишь несколько минут, прежде чем пропустить укол в бедро. Рубашка вымокла от пота, шпага скользит во влажных пальцах. Ты одерживаешь 3 победы подряд, против тебя встает новый противник. Твой хороший знакомый проходил наставничество в префектуре Этерн сразу после тебя. Противник неожиданно ловкий хитер, он раз за разом прижимает тебя к краю арены своими выпадами. Но ты делаешь резкий финт. И справляешься с соперником, еще один бой за тобой. Так ты неожиданно для себя самого доходишь до схватки название победителя турнира. Против тебя выходит Жозе Пелетье, лучший боец из университета. Он уже расправился с 5 противниками. Ну не зря меня учил батя, не зря я качался, не зря я тренировался с Томасом. Я должен, я обязан взять этот турнир. Мастерство Пелетье превосходит твое. Он провел многие месяцы, оттачивая владение шпагой. Ты едва успеваешь отражать лавину ударов, выпадов, уколов. Но вдруг ты вспоминаешь детство, и самый первый урок фехтования, данный тебе отцом. Именно он впервые учил тебя уклоняться от выпадов. Эта память словно оживает в тебе, ебать, как будто мангу читаю какую-то. Воспоминания, бати, как он, несмотря на то, что я был простолюдином, я прошу обратить внимание, что простолюдины, они по уделу не имеют права фехтовать. Но батя, он закрыл глаза на то, что удел простолюдина, типа, страдать, и согласился провести со мной урок. Эта память словно оживает в тебе. Теперь ты тверже стоишь на ногах. Ты делаешь несколько шагов назад, чтобы собраться с духом и изучить противника. Пелетье держит дистанцию и грамотно чередует атаки и защиту. Но его движение чересчур академичное, словно действует по учебнику. Ты идешь на хитрость. Сначала открываешься, затем неожиданно натиск, затем ложный выпад. Внезапно непредсказуемая атака застает твоего противника врасплох. Он успевает отпрыгнуть в сторону, но ты дотягиваешься острием шпаги до правого плеча Пелетье. Тут придется продолжить бой, на его рукаве растекается пятнышко крови. Я взял турнир, ебать! Хорош, хорош. Победа! Ты салютуешь трибунам, посвящая победный бой своему отцу, Роберту Бранте. Товарищи по учебе поднимают тебя на руки и несут к трибунам, скандируют твою фамилию. Победителю полагается наградить памятной лентой. Ее на твою шпагу повяжет высокая гостья турнира, сама Октавия Меланит. Похуй. Дочь герцога Магры приближается к тебе сквозь расступающую толпу. Октавия пристально следила за твоими поединками из-под зеленого веера. Она повязывает ленту на твой клинок. Но она запомнила меня, я помню. Вы прекрасно проявили себя, господин Бранте. Это достойная победа, ваш отец может гордиться вами. Кто бы мог подумать, вы сын судьи из Анизотти, а мы встречались здесь, в столице империи. Удивительно, я запомню ваше имя. Мы встречаемся здесь. Молодая герцогиня не сводит с тебя глаз, даже когда ты победоносно удаляешься с арены. Ха, изи. Вот если бы я посвятил бы ей победу и, максимально старался ей понравиться, она бы не бросила на меня взгляд, поверьте мне. Так это и работает. Но теперь, когда я ложу на нее хуй, она уже все. Победоносно удаляешься с арены, она не сводит с тебя глаз, как бы, ну, конечно, все прочитано. И батя дал респект. И Октавия теперь только обо мне и думает, блядь. Изи. Запомнила тебя заинтригованно. Это самое главное, то, что она заинтригована. Ебать, еще одно очко. И я буду закален в боях. О да. О да. Yes. Ты не представляешь, Толик, как обидно, что ты не выбрал сражаться за Октавию. Ты мог бы вывести некоторые споры в работе с судьей за счет... Похуй вообще абсолютно. Я уверен, что... Я еще раз объясняю свою позицию на всякий случай для чуваков, которые вдруг думают, что я что-то неправильно выбираю. Я играю так, как считаю нужным. Я не стремлюсь пройти эту игру на какую-то самую добрую, позитивную, сказочную концовку. Я просто играю как хочу, выбираю те исходы, которые мне кажутся приятными. Если я в итоге проебу, да, и будет концовка, где я там, не знаю, сдохну, ничего не добившись, ну значит... Так вот я наиграл, такова моя концовка. Мне просто похуй, я не собираюсь
потеть и такой, типа, так, ну нужно выбрать Октавию, потому что, наверное, будет лучше похуй. Я делаю так, как хочу. Увидишь ты столицу когда-нибудь еще. Рука сжимает шпагу, подарок для Стефана. Отношения плюс один уже заранее. Заранее, он чувствует, что я сжал его шпагу. После 4 лет столицы ты возвращаешься в родной Анизотти. Я вернулся из столицы другим человеком. Я вступил во взрослую жизнь. Но и мой город уже не был прежним. Меня ждали бурные и тяжелые времена. Ты займешь детский пост «Трудное время». Император лишил герцога Тарквиния Меланида должности наместника и отдал ее своему брату Гаю Темпесту. И теперь вашу провинцию раздирает вражда между новым наместником и герцогом. Ты выбрал служить закону, и впереди у тебя огромная работа. Ты поступаешь под начало префекта Агюстена Эльборна. О, Эльборн Кентик, я его помню. Глория из рода Бранте. Глория принята в рот и становится полноправным членом семейства Бранте. Ебать! Кайф! Вот это надо, вот этого надо добиться по-любому. Не успеваешь ты снять дорожный плащ, как тебя до хруста стискивает в объятиях Стефан. До хруста пуг. Брат стал выше и шире в плечах. Ебать, мужчина. Супервоин. Когда он отстраняется, ты замечаешь, какими жесткими стали черты его лица. Он стал еще более походить на деда. Ну ты и вымахал за 4 года, Анатоль. Блин, вот я вот думаю, прикиньте, насколько бы более хуевое было повествование в игре, если бы я бы там, ну, назвался бы как, типа, там, анальный червь, как у меня любят в этих самых, в рулетках, там, если бы я аукцион на имя персонажа сделал бы. Насколько бы это испортило бы повествование. Ну ты и вымахал за 4 года, сын хуйни. Или что-то такое, знаете, типа... Отец подходит к тебе, протягивает руку, ты пожимаешь ее и крепко обнимаешь родителя. Вот уж кто ни капли не изменился, не повзрослел за это время. Ни в какую семинарию он так и не поступил, так что теперь просто болтается тут без дела. Я не понимаю, чем конкретно Стефан занимается? Он говорит, что Натан болтается без дела. А что делает Стефан? Он не судья, он просто дворян. Он просто ходит, выебывается. Чем именно вот он занимается, я пока не очень могу понять. Ого, привет! Нихуя вымахала. Сестра ступает к тебе, словно преодолевая себя, остановившись в нескольких шагах, от тебя Глория кланяется. Ну это лишнее, но она как будто, знаете, специально хочет показать, что она презирает то, что я стал дворянином. Поприветствуйте нового господина Бранте в доме. Зачем ты вот выебываешься реально? Поприветствовала бы меня с кайфом просто и все. Сестра вытянулась и похудела. Под глазами у нее темные круги, будто от недосыпа или частых слез. Ну, довольно любезности. Пойдем обедать. Лидия приготовила для тебя настоящий пир. Лидия? Кто это? Впервые за долгие годы вся семья вновь... это мать. Я понял. Я забыл ее имя. Лидия. Разве это Лидия ее звали? Впервые за долгие годы вся семья вновь в сборе. Сегодня ты, наконец, сможешь уделить внимание кому-то из родных. Я в респект батю как бы отдал бы, но батю нельзя, походу. Ну, Натан и Стефан, с ними и так все норм, они и так как бы в кайфе. У меня какие-то с Глорией негативные отношения, я так понял. С матушкой вроде нормально. Давайте к Глории пойдем, чтобы балансировать семьей, скажем так. За обедом ты пытаешься узнать о делах Глории, однако сестра уходит от расспросов. Живу, страдаю, помогаю по дому, знаю свое место. Все как полагается простолюдинке. Да, блядь, что с ней стало? Что начинается-то? Зачем вот это вот показушничество? Вот и помолчи, Глория. Блядь, зачем, Стефан? Что с семьей-то произошло, ёпта? Я все разберусь, не переживайте. Дела простолюдинов брату теперь должны быть малоинтересные. Стефан пригорел, видимо, что я не с ним побазарить решил. Лучше расскажи нам, Анатоль, свел ли ты полезные знакомые... Бля, в итоге хотел поговорить с Глорией, в итоге поговорю со Стефаном, блядь. Ты заверяешь Глорию, что твой дворянский титул не станет между вами. Она по-прежнему твоя сестра. Глория недоверчиво глядит на тебя. Это чистая правда. Значит, шпага и титул все же не изменили тебя. Конечно. Дав наконец волю чувствам, Глория утыкается в твое плечо. Ты гладишь сестру по спутанным локонам. Вот так вот. Анатоль, я так надеюсь, что ты всегда останешься мне братом. Я, матушка, Натан, мы все будто лишние в этом доме. Господин Роберт целыми днями пропадает на службе, а все дела семьи поручил Стефану. Все это плохо сказывается на матушке, она на глазах теряет волю к жизни. Знаешь, в таком возрасте она ведь может угаснуть навсегда и уже не переродиться. Она столько всего пережила до встречи с господином Робертом, а болезнь все точит ее. Стефан же думает только о том, как добиться дворянства меча для семьи. Он... кем угодно пожертвовать ради этого. Боюсь, сперва он выживет меня из дома, чтобы я больше не порочил имя семьи Бранте своим происхождением. Я просто помеха у него на пути. Знаешь, Анатоль, скоро я не смогу выносить все это несправедливости. Времена меняются. Если я родился простолюдинкой, это не значит, что я буду до самой смерти прислуживать дворянам. Уже по всей империи простые люди отстаивают свои права.
Отношения со Стефаном, ну, в принципе, похуй. Я тебе шпагу подарил. Вот ты, блядь, чел. Реально, ты чел. Я тебе шпагу подарил. Мог бы хоть дать, как бы, плюс один реально за шпагу. Глория вдруг замолкает. Вы долго сидите в молчании, слушая треск огня в камине. А, за шпагу я получил плюс один. А, да? Окей, тогда. Тогда ладно. Семью Бранте ждут непростые времена. Глория плюс два. Ну, похорошело реально. Базара ноль. Базара.нет. Первый день на работе, чат. Первый день на работе. Древним традициям, привилегиям дворян, приведем в отчаяние простое сословие и задаем их надежду на свободу. Если явно станем защиту простолюдинам, вызовем на себе гнев знати. Я говорю, баланс. Баланс. Жизненная кредо — это баланс, блять. Вот реально. Его массивная фигура неожиданно изящно склоняется в приветствии. Нихуя себе. Карло Фок. Фокграбен. Это невозможно прочитать. Фокграбен. Не смею вам больше мешать, но если вы готовы обзавестись ценными связями, мой кабинет прямо напротив вашего. Че, теперь наша игра перейдет в вид от третьего лица, и мы будем ходить по кабинетам, как в, не знаю, в 60 секунд. Откланявшись, судья Фок исчезает за дверью. Ты остаешься за столом в одиночестве. За окном поднимается жгучее солнце. Сегодня важный день, нужно сделать свой первый шаг на новой службе. Чему ты его посвятишь? Приготовиться к первым делам. Что-то я слишком часто советуюсь с батей. Мне кажется, я перебарщу с этим. Хотя батя умный человек, почему бы и нет? Ты обращаешься к отцу, чтобы лучше разобраться в делах префектуры и больше узнать о его взглядах. Ну, я вот представляю, если бы мой батя был судьей, и я стал бы судьей, я бы по-любому спросил бы у бати совета, поэтому это нормальная тема. Ты в одиночестве корпишь над бумагами и предстоящими делами. Но вскоре вспоминаешь, что совсем рядом кабинет твоего отца. Еще в школьный год он помогал тебе осваивать премудрости имперского права. Почему сейчас не воспользоваться его опытом и наставлениями? Ну, логично, максимально. Ты отодвигаешь дела в сторону и выходишь за дверь. Отец стоит у окна своего кабинета в глубокой задумчивости. В его руках письмо с герцогской печатью. Обернувшись, он хлопает тебя по плечу и расспрашивает о встрече с господином Эльборном. Ты просишь его дать совет и рассказать побольше о положении дел в префектуре. Сын, будь осторожен, господин Эльборн пока присматривается к тебе. Но его можно понять, из-за своих взглядов префект в шатком положении. Он может опереться лишь на нескольких судей, которых твердо стоит на его стороне. Я из их числа. Но даже я не стану рисковать благополучием сии и навлекать на нас гнев вышестоящих. Большинство судей сейчас разрешают любой спор между дворянином и простолюдином, даже зажиточный. Польза дворянина, каким бы ни были обстоятельства дела. О правосудии тут речи не идет. И только если тяжба идет между двумя людьми простого сословия, судьи станут руководствоваться законами. Несправедливо. Законы для всех должны быть. Господин Эльборн хочет шаг за шагом изменить это. Он стремится установить власть имперского закона над всеми сословиями в равной степени. Но на этом пути у него множество врагов, начиная с герцога Меланида и верного ему военачальника Атона, заканчивая нашими же коллегами-судьями. Сейчас за Эльборна стоит поддержка Гая Темпеста, но наместник может отвернуться от префекта в любой момент. Мой тебе совет, соблюдай осторожность, не навлекай на себя ярость других судей, но по мере сил помогай Эльборну распространить власть закона и на дворян. Доброго вечера, господин Бранте. Отрадно видеть такое согласие в семье. Очевидно, разрешать дела вы также будете одинаково. Не очевидно, что здесь очевидного, чел. Посоветовался с батей. Если твой батя не судья, то мне похуй. Юноша, зря вы все-таки пренебрегаете моим предложением. Все, он мне не нравится максимально. Все, он меня бесит теперь. Он охуевший какой-то слишком. Не стоило бы вам все время придерживаться за отца. Полагаю, вы уже не маленький мальчик, но, разумеется, решать вам. Иди нахуй. Минус карьера почему-то. Странно. Ну, типа из-за того, что я не подлизался к другим судьям. Но нужно балансировать и иногда подлизываться все-таки, потому что будет слишком сильно минус карьера. Сын, у нас со Стефаном к тебе важный разговор. Пока ты был в столице, наша семья подала наместнику прошение о дворянстве меча. В нашем роду уже есть благородная кровь в третьем поколении. Мы имеем право на потомственное дворянство. Пога. Если наместник Гай Темпест и знать провинции сочтут нас достойными, то нам будет дарован потомственный титул. Все дворяне рода Бранте станут благородными навсегда, как и их потомки. Кайф. Скоро устроим дома прием для знати. Ты тоже должен поддержать часть семьи, брат. Расскажешь гостям новость из Этерны. Представишь себя в выгодном свете. Ноги бы моей не было на этом лицемерном сборище, но я не хочу подводить господина Роберта. Только ради этого я останусь дома. Выебывается по дефолту.
Наступает вечер приема. Дом наполняют чинные разговоры и звон бокалов. Среди гостей собралось немало знатных и влиятельных господ. Отец Стефан лавирует между ними, стремясь уделить внимание каждому. Ты обмениваешься вежливостью с высокопоставленными родственниками. Тем временем Глория и матушка скромно сидят на диване у стены, не привлекая к себе внимания. Ни отец, ни старший брат не стали представлять их высоким гостям. Только один из гостей, молодой дворянин меча Жозе Эль Пелетье, весь вечер завороженно глядит на Глорию. Но молодой дворянин это кайф. Пускай, она выходит за дворянина. И потом, типа, с кайфом, возможно, как-то сама станет дворянкой. Сестра в недоумении отводит глаза. Да почему? Госпожа Глория, вы подлинное украшение вечера. Какая смелость в вашем облике. Я не видела такого даже в столице. Как ты проходишь мимо, до тебя доносится быстрый шепот Глории. Анатоль, прошу, поговори со мной о чем-нибудь. Это господин Эль Пелетье за мной повсюду следует, мне не по себе. Чему до меня, я же безродная простолюдинка. Пойдем вместе в другой конец зала, хотя среди этих благородных господ мне все равно не затеряться. Гляди-ка, это же живописец Дюранте. Интересно, что он делает так далеко от столицы. Вот бы он записал семейный портрет. Написал. Запечатли на холсте, что мы все же одна семья. С бокалом в руке ты оглядываешь переполненную гостиную. Пора решить, на что ты потратишь этот вечер. Еще не могу заказать портрет. Не хватает... О, рассказать о победе на турнире. Ха, вот это ЧСВ. Поделиться вестями из столицы. Представить мать и сестру. Хотя мать и сестра простолюдинки, они заслуживают внимания гостей. Но мне нравится вариант представить мать и сестру. Но четвертый ЧСВшный, он поднимет влияние нашей семьи, потому что я затащил на турнире. Давайте расскажем о турике. С матерью и сестрой тоже разберемся потом. Тем более я затащил турнир так красиво. Просто пиздец. Которым закончилось обучение в университете. Напряженные поединки, лучшие бойцы, знатная публика. Заинтригованные дворяны просят рассказать, кто же вышел победителем. Я! Ты демонстрируешь гостям памятную ленту. Ее повязала на твою шпагу сама дочь герцога, Октавия Меланит. Среди собравшихся приносится гул одобрений. С кривой улыбкой выходит Жозе Эль Пелетье, с которым ты дрался в последнем поединке. А, это я с ним дрался, уже забыл даже, блять. Я уже забыл, что я с ним дрался. Последние несколько месяцев в доме Бранте неспокойно. Пока отец пропадает в поездках по провинции по судебным делам, неприязнь между Стефаном и Глорией перерастает в настоящую вражду. Глория отказывается признать его власть. Их ссоры ежедневно сотрясают дом. Вернувшись из очередной поездки, отец собирает Стефана, Глорию, Натана и тебя в своем кабинете. Хмурый вид отца предвещает, что разговор будет трудным. Стефан с вызовом смотрит на родителя. Глория заранее готова вспылить и убежать. Натан тихо встает в стороне. Дети, наша семья уже давно добивается дворянства меча. Каждый дворянин из рода Бранте обретает потомственный титул. Таков завет вашего дела. Глория громко выдыхает. Господин Роберт, что же я тогда здесь делаю? И то верно, здесь должны остаться только Бранте. Сперва дослушай меня, Стефан, глава семьи все же еще я. Если так печешься о чести, прояви уважение к отцу. Что поделать, не все из нас дворяне, но сейчас, как никогда, нам важно единство. Мы должны вместе заботиться о репутации и достатке семьи, а ты, Стефан, без конца унижаешь Глорию. Отец, я лишь пытаюсь поставить ее на место, ты же прекрасно помнишь, чем нам грозит любое внимание Глории. За каждым нашим шагом следят. Знать заклеймит наш род позором на всю жизнь, реально на деда становится похож. Если вновь вспоминает о грязном преступлении Глории и твоем безрассудном браке с Лидией. Не, ты тут перебарщиваешь. Надо ей, бать, наказать. Батя должен приструнить юнца. Отец багровеет, но с огромным трудом удерживает себя в руках. Это так. Батя, ну что ж ты. Дед столько сил положил на то, чтобы исправить твои ошибки. Прошу, отец, не совершай их заново. Я лишь пытаюсь жить, господин Роберт. А Стефан хочет засунуть меня в клетку, чтобы никто меня ненароком не увидел. Дело вовсе не в этом. Ты родилась простолюдинкой, но не принимаешь свой удел. Творишь, что тебе заблагорассудится. Вечно недовольна порядком вещей. Отец, ты знаешь, что она в нарушении всех запретов продолжает писать стихи. Для тебя любой, кто тебе перечит, бунтовщик. Когда ты поймешь, что тебе нельзя спорить с дворянином. Я наследник семьи, и мое слово для тебя должно быть законом. Отец багровеет и бьет кулаком по столу. Редко его можно видеть в гневе. Старший брат и сестра ментально замолкают. Натан в страхе забивается в самый угол. Помолчите оба. Пусть лучше скажет Анатолий, наблюдая за вашими склоками со стороны. Ему виднее, кто из вас прав. Глория права, я считаю. Ну, сейчас мы находимся в кругу семьи. Здесь нам не нужно выебываться перед другими дворянами. И за нами никто не следит. Отправить Глорию в Валону. Что? Ты говоришь Глорию отдохнуть подальше от Стефана? Это погасит их вражду. О. Этот вариант мне тоже, кстати, нравится. Тогда я смогу... Во, ебать, это охуеннейший вариант. Отправить Глорию в Валону. Ты говоришь Глории отдохнуть подальше от Стефана, это погасит их вражду. Это лучший вариант в мире.
Ты переходишь на примирительный тон. Страсти слишком накалились, говоришь ты. Брату и сестре пошло бы на пользу провести время порознь. Сперва остыть, а затем уже разрешать споры. Ты слышал, в Валоне на юге провинции есть прекрасный пансионат у целебных вод. Почему бы Глории не отправиться туда на месяц, поправить здоровье и отдохнуть на побережье? Глория с сомнениями качает головой. Хочет отправить меня в ссылку? Да, блять. Почиль месяц, ебаный. Отдохни. В чем проблема? Чтобы я мешался под ногами? Что мне вообще делать в этой забытыми близнецами в Валоне? Ты терпеливо объясняешь Глории, она может посвятить себя чтению, найти у моря вдохновение, размышлять о своем будущем. А когда она вернется, то они со Стефаном уже спокойно разрешат свой спор. Наконец Глория соглашается. Поездка в Валон обойдется недешево, интересно, кто за нее заплатит. Обращаешься в первую очередь к отцу, ты объясняешь, что мир в семье стоит любых трат. Блять, ну это еще да, минус деньги, конечно. Вам двоим действительно нужно побыть вдали друг от друга. Будь по-твоему, Анатоль. Глория, собирайся в дорогу. Стефан, будь добр, напиши Валону и найми экипаж для сестры. Глорию с неохотой отправляют на побережье. Семье приходит как следует потратиться на поездку, но без постоянных ссор брата и сестры обстановка в доме быстро успокаивается. Стефан, избавленный от необходимости следить за Глорией, с головой погружается в светскую жизнь, а не Зотти. Блять, надо богатство тоже, кстати, держать нормально. А то, блять, еще минус один, и я буду в бедности. Глория возвращается в неожиданное благостное настроение. Месяц, проведенный в Валоне, на некоторое время успокаивает ее бурный нрав. Она уходит в свои дела, не вызывая гнев брата. Так, ну все, ребят, Константин задонатил. Теперь у нас не четверка, а пятерка богатства. Сегодня тебе предстоит первое разбирательство. О, это интересно. Сейчас будем решать первое дело на суде. Судья Анатоль сейчас будет решать судьбу человечества. Ой-ой-ой. Уже шесть. На бумаге суть проста. Дворянин из небогатого рода Эль-Авила много лет был вынужден сдавать честь своей земли зажиточному мещанину по имени Базиль Юнг. Простолюдин исправно платит положенную ренту, срок аренды истекает еще не скоро. И тут Эль-Авила подает иск. Он хочет прогнать Юнга со своей земли, потому что тот выстроил на ней красильню. Не, ну он имеет на это право. Дворянин имеет на это право. Это, ну, как бы, понимаете, здесь такая тема. У вас есть своя квартира. Ее снимает чел. Похуй, он вам исправно платит. Он там держит чистоту. Он... Но если вы хотите его выгнать, вы имеете на это право, потому что это ваша квартира. Какая нахуй разница вообще? По договору у мещанина Юнга есть право возводить на земле любые постройки. А, ну да. Однако дворянин считает, что земля принадлежит только ему. Значит, ему и решать, что он на ней может стоять. Но нахуй ты тогда договор был заключал, бля, дурачок. Дурачок. Договор зачем здесь? Договор — это бумажка. Базиль Юнг же отказывается уходить с земли, так как срок договора не истек. Обе стороны должны явиться в префектуру за разрешением тяжбы. Первым в своем кабинете появляется истец, господин Эль-Авила. Это стареющий, не по годам ярко одетый дворянин. Вслед за ним заходит Базиль Юнг. Кряжистый мужчина с густой бородой в старом сюртюке, сжимая в крепких руках шляпу. Простолюдин стоит у твоего стола и покорно склоняет голову. Тем временем слово берет Эль-Авила. Господин судья, я требую, чтобы вы прогнали простолюдина Юнга с моих земель. Я не потерплю в своем владении эту шумную, грязную, уродливую красильню. Если красильня не будет снесена решением суда, то тогда я, Густав Эль-Авила, сам возьмусь за дело. Господин судья, я в постройку этой красильни вложил... Но он так красиво говорит по сравнению с этим дворянином, никого не оскорбляет. Сразу же к нему какая-то предрасположенность начальная. Договор же ясно гласит, что пока земля у меня в найме, можно возводить любые постройки. Вначале господин Эль-Авила вовсе не возражал, а теперь требует взять и снести красильню и разорить мою семью. Не бывать этому. Но работяга прав. Работяга прав. Но, блять, у меня и так слишком много дизреспекта от дворян. Я слишком сильно иду, ну, защищая работяг. А батя говорил, что нужно держать баланс, потому что тогда слишком резкий бунт начнется. Господин Эль-Авила в ответ кричит и возмущается обманом хитрого простолюдина. Бородатый Базиль Юнг упорно оправдывается и тычет толстым пальцем в договор. Полуденное солнце нещадно плавит воздух. Ты предлагаешь закон, по которому все подобные дела будут решаться в пользу дворян, хозяев земли. Исполнить требования Эль-Авила. Ты расторгаешь договор аренды между Эль-Авила и Юнга. Защитить право Юнга. Ты подтверждаешь право Юнга на строительство красильни. Вот. Карьера у нас 3. Правосудие у нас 4. Правосудие — это за работяг. Карьера — это за дворян. Грубо говоря. Грубо говоря. Если я сейчас за работягу буду, у меня карьера уйдет в опасное положение. Как бы лучше забалансить. И будет 4-4.
циферки пошли. Ну, к сожалению, эта игра не только про выбор. Как бы тут, понимаете, у меня переобувка тройная в прыжке получается на самом-то деле, я это признаю. Но это логично. То, что говорил отец, что нужно быть на балансе, чтобы добиться большего в семье. Я считаю это более правильно. Конечно, жалко работягу, базара нет. Третий вариант, что он вообще мне даст? Как это дело решится? В пользу дворян? Ну да, в пользу дворян, хозяев земли. Ну да, давайте узаканивать. Сори, работяга, прости, пожалуйста, но мне нужно спасать свою семью. Ну как бы, ну а что делать, бля, я не могу сейчас нарваться на супербунт и потерять власть везде и просто, ну, с ГГ как бы. Что бы ни говорилось в договоре, простолюдин не может держать целое производство на землях дворянина без его дозволения. Ну вот, это же реально земли, типа, вот вы представьте себе ситуацию, в которой вы сдаете квартиру типу, а он в этой квартире, ну, магазин открывает, как бы, ну, или что-то такое. То есть это странно. Что мне говорилось в договоре, простолюдин не может держать целое производство на землях дворянина без его дозволения. Сейчас у тебя нет оснований разорвать сделку между дворянином и простолюдином, значит, на такие случаи префектура должна принять нужный закон. Ну, все звучит логично. Ты откладываешь решение по делу и отпускаешь Левила и Базилия Юнга. Вот, я вообще извернулся максимально, как мне кажется, в этой ситуации. Похуй на простолюдина. Да не похуй на простолюдина. Я за простолюдинов сделал очень много решений. Но нужен баланс. Нужен баланс, понимаете? Баланс. Я имел в виду за простолюдинов, ну, мирские всякие дела. Понятно, что мое первое дело в суде, ну, так получилось, что ж тут скажешь. Таковы вот правила этого мира. Чтобы таких случаев не потерялось, нужно закрепить право дворян разрывать любые договоры. Вот, типа, на бумажке записать, и все будет в кайфе. Так, ты корпишь над предложениями нового закона, это забито. Мне вообще мне похуй абсолютно. Я как бы просто пытаюсь понять, что вы хотите. Вот челы, которые бунтуют сейчас. Вы хотите, чтобы я отдавал все за работяг и просто, ну, грубо говоря, слился, потерял семью, потерял все расположение и проебал? Типа, вот это ваша цель? Я просто... Чего вы добиваетесь? Одобряет законы сам наместник провинции Гай Темпест. Даже Темпест, чуваки, который за работяг, одобряет закон. И где теперь ваш бунт? В очке, в жопе. Вот он. Блять, бунт, нихуя себе, что с ним делать? Имя Бранте на таком важном документе укрепляет репутацию семьи. Я сделал все идеально, блять. Челы бунтуют, чтобы я просто... Прав работяга. Просто реально сморг, вот в натуре, подходящий смайлик, блять. Просто все отдавать работягам и потерять вообще нить и смысл, ради чего я играл в эту игру. Лайк просто, блядь. Охуенно придумали. Blood Trail. Когда новый закон принимается, ты возвращаешься к делу Эль Авила и уже с полным правом разрываешь его договор с Базилием Юнгой. Земля возвращается в полное распоряжение дворянина, а красильню ты велишь снести. Да вы что, господин судья? Я же все это дело вложил. Моя семья голодать будет. Ну, чел. Чатик за тебя зато, бро. Ну что я могу сделать? Ну мне свою семью... Я не могу. Я потеряю все, Базиль, пойми. Пойми, бро. Ну давай, может, давай я буду тебе хавчик давать, если это можно. Я с удовольствием бы помог тебе, ну, блядь, сори. Нахуй он красильню построил? Почему он не мог нормально работой какой-то заняться? Нахуя он красильню построил, блядь, на землях арендатора? Что это за бред вообще? Зачем он красильню построил на землях арендатора? Позвольте поблагодарить вас, господин Бранте. Хоть это и заняло время, но теперь право дворян Магры на землю защищено куда лучше от происков разбогатевшей черни. Блин, ты хочешь ЧСВшный? Это пиздец. Он меня так раздражает, но я не могу поступить иначе. Потому что минус семья, минус все. Так, минус достаток Магры, плюс порядок. Вот, я приравнял. Помните. Долго дворян совещаясь, если будет революция. Ну, блять, я же не знаю ничего пока что. Делаю так, как считаю нужным. Мне кажется, это логично. Ну, проебу так проебу, значит, такая моя концовка. Там окажется, что мне в конце на мою истинную смерть вот этот вот чел, которого я красильно забрал, проткнет меня вилами, блять, в спину, как ведьмака, знаете. Это твоя вина. Бля, ору с чела в чате, как будто я кого-то из ваших кентов судил, блять. Я как будто Магра, это чад, блять. Сегодня вечером озабоченный отец собирает всю семью за столом во дворе. Семья, сам герцог Меланит почтил нас подарком. Вот уж неожиданность, я решил, что все имеют право об этом знать. Бля, ну принимать подарки от меланидов, конечно. Но с другой стороны, нам нужны деньги. Ну, приняли мы лут, да. Но мы ненавидим меланидов. Блять, какая сложная игра.
Господин Роберт Бранте, дарую эту шкатулку вам и вашей семье в знак заботы о подданных твоей провинции. Примите дар и помните, кому должны быть верны истинные дворяне Магры. Ну похуй, меня невозможно подкупить. В пизду, я возвращаю бабки. Как-то разрулюсь деньгами, но я не хочу брать деньги от меланидов. Не хочу. Я хочу быть за Гая Темпеста. Все это стоит немалых денег, но герцог прекрасно знает, что я на стороне префекта Эльборна и наместника Гая Темпеста. Неужели он думает, что нашу преданность может так без застенчиво купить? Вот-вот, вот-вот. С другой стороны, герцог ничего от нас не требует, и семейная казна сейчас несет большие расходы. Тоже верно, папучи. Блять, тоже верно. Он же реально ничего не требует. Он же не говорит, типа, вот за эти деньги ты должен быть за меланидов. Он просто дает нам бабки, по большому счету. Это как донат. То есть, например, если чувак мне донатит 10 тысяч рублей и говорит, поиграй завтра в пендер. Я не обязан это делать. Я не обязан это делать. И я не буду этого делать. Он сам виноват, что задонатил и попросил меня это сделать. Но я же никому не обязан ему. Он подразумевает. Да. Он обидится. Он... Хорошо, пускай... Пускай он обидится. Ну, допустим, представим ситуацию. Он обижается, что мы не стали на его сторону. Но деньги-то мы уже забрали, правильно? Отец, никто не принуждает нас стать на сторону меланида. Да и кто мы такие по сравнению с герцогом? Нельзя гневить его и отвергать дар. А драгоценности нам очень кстати. Таким не стыдно поделиться с лучшими семьями Анизоти. Они проложат нам дорогу к дворянству меча. Матушка сокрушенно качает головой. Ох, Роберт, чувствую, этот подарок не доведет нас до добра. Должно быть, я лезу не в свое дело, но... Хотя да, мы реально станем должниками герцога, ну его нахуй в натуре. Еще бы, принимать дары от меланида, да он прославится только тем, что угнетает простолюдинов и обдирает деревни своими путатями дочисто. Я должен тебе решать, Глория, это дела чести и семейной репутации. Прошу, не ссорьтесь снова, пусть Анатоль скажет, что делать. Да, блять, есть глава семьи, есть батя, почему я решаю? Так, взгляды всей семьи обращаются к тебе, твое слово будет решающим. Вы принимаете герцогские драгоценности вместе со Стефаном, вы пустите их на подарки городской знати и заручитесь благосклонностью дворян. Вы примете герцогские драгоценности, чтобы выручить за них круглую сумму. Блядь, вот это хороший вариант, он мне нравится. Ну, блядь, мне очень не нравится меланид, очень. И реально, принимая от него деньги, я буду как будто ему должен. Отвергаю нахуй. Похуй, с деньгами разберемся. Я не хочу принимать от него бабки. Он очень сильно меня раздражает. И меланиды супер хуево себя ведут по КД. Не хочу. Смотря в упор на главу семейства, ты говоришь, нельзя принимать такой подарок. Герцог будет считать, что вы должны ему свою верность. Да. Лучше прогневать его, чем попасть в такую ловушку. Ну, конечно, деньги нам нужны, но, блядь, что ж тут поделать. Ты просишь отца сегодня же отослать шкатулку обратно. С дворянством меча теперь будет сложнее. Что ж, ты прав, Анатоль, это слишком опасно. Не только для меня, но и для всей нашей семьи. Возьму за ответ герцогу, принесите мне перо. Это твое право, отец, но подумай, сколько мы теряем. Я готов поступить с любимыми драгоценностями ради вашей безопасности. Матушка, Натан и Глория глядят на тебя с благодарностью. Даже Стефан, поворчав, принимает отцовское решение. Остаток вечера вы проводите за одним столом в отдыхе, легких беседах и забавах. Впервые за долгое время ничто не обращает в ваш дом. Видите, как хорошо все? Плюс семейное благополучие. Похуй на отношения с герцогом. Плюс единство в семье. Плюс два, нахуй. Сюда! Вот так. Гармония скоро будет. Вот так вот. Вот так вот. Одно плохо. В семейной казне не остается ни одной монеты про запас. Блядь. Ну, можно у Гая попросить, не знаю, или что там. Как-то залутаем деньги. Придумаем что-то. Доблесть, Макс! Теперь я могу принять суперважное решение. Наиболее важно для судьи. То есть я самый крутой судья в галактике. Нет судьи круче. Ну, может, батя мой разве что. И вам пора спросить, а как вы, судья, будете разрешать этот великий спор между сословиями? Посмотрите вокруг, жизнь в империи меняется. И нам с вами, дворянский судейский слог, примирить сословия на основе закона. Но на этом пути у префектуры стоит преграда. Многие дворяне, а в особенности аркны, все еще пытаются жить по древним традициям. Для них нет никакого закона, кроме дворейского суда чести, где все решается знатностью рода или поединком. Они не признают судебную власть префектуры и открыто пренебрегают новыми имперскими законами. Безнаказанное убийство, которое творит Атон, должны прекратиться. Мы должны остановить... Согласен. И подобно ему, над этими варварскими традициями должен восторжаться закон империи. Поэтому я и обращаюсь к вам, Анатоль Бранте. Встаньте вместе со мной и вашим отцом на сторону закона. В каждом деле вершите правосудие и принимайте справедливое решение. Кто перед вами бы не стоял, простолюдин или рядовой дворянин? Так одно дело за другим, мы остановим дворянский произвол, добьемся
признание верховенства закона за, по всей провинции. Ну, я так и буду делать. Конечно. Что скажете, Бранте? Вы готовы встать на мою сторону и изменить нашу провинцию к лучшему? Готовы поддержать меня в борьбе с самым правильным старым? Да, готов, да, конечно. Станьте на защиту простых людей от Дори Атона и подобных. Да, я ненавижу Дори Атона, конечно, конечно. Без раздумий. Крестьян с первого дела, а что в смысле? Это единственный случай. Я потом, когда все урегулирую и будет власть моя, я не знаю, особняк ему подарю, блядь. Я что это? Это, ну, это вынужденные меры, блядь. Ну, сори, мужик, если ты смотришь. Приходи к нам домой. Глория тебя похавать насыпет и семье твоей. Ты решительно киваешь, ты готов поддержать Эльборна. Сори, Латрел. Ну, ладно вам, ну. Наших противников сверхмеры. Я не хочу... Вот. Даже Агюстен Эльборн понимает, что нельзя гневить дворян на максимум. Если все дела просто отдавать онли простолюдинам, дворяны задушат. Вы просто... Вы не понимаете, к сожалению. Если я буду все дела отдавать только простолюдинам, то дворяны просто задушат меня, и я не смогу потом в будущем изнутри дать простолюдинам власть. Вы просто мыслите только перед своими глазами, а я же пускаю свой взор на всю планету. Вот. Но я дал ему обещание. Ну все, теперь стараемся двигаться. Двигаться на балансе, но в сторону работяг. Вообще нужно быть просто честным. Я вот честный судья, буду делать честно и все. Кто прав, тот и прав. Неважно, простолюдин он или дворянин. Все, счастливенько, ребята. Спасибо огромное, что были на стриме.